Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рома, и в этом видео мы продолжим играть в игру Hide and Line. Тыкс, давай. Так, сейчас я хочу тебе много чего накопить. Это будет сделать, ладно. У меня хотя бы 5 килок есть. Как мне хотя бы пополнить мой запас? Ладно, поиграем просто. Ну что, нам помогать, не понимаю. Ладно, мне можно получить. Да, друзья. Да. Это двое, друзья. Да, друзья, я играю за охотника. Стоп, друзья, здесь есть фишка, то что через шторм можно прятаться. Куда это пошел? Цветок? Сейчас мышку превратится. Ты где? Да мне бы гранаты, я бы их убил. Стопудово. Еще спалево. Такое разве бывает? Прошу прощения, Такс. Да вы достали уже! Видео не содержит. Сами себе! Чего он не стреляет? А почему мои килы не считаются? Коробка. Ну, удачный предмет, конечно. Уходите. Уходите.
Он мне не дает. Это что было? Прошу прощения. Аватар. Как он мне? Чё, не сдавай меня, мы вдвоём с тобой, да? Ух, вроде пронесло. Да, там никого, друзья. Ну, пусть он запомнит то, что я здесь должен стоять. Пусть меня не запалит. Потому что здесь это... Вроде пронесло. Прикиньте, она бы здесь застояла. Подумай то, что я скамейка или вот тот цветок. Потому что звуки происходят именно от этого цветка. Это просто глюки. Уйди. Стас про. Так, блин, остался мне. Да ёшкин. Так Якова Мане. Якова Мане, бабай. Да ё, я хочу тебя на голову цветком. Ё, ты что ты за большими делишь? Ой, друзья, ё-моё. Да ладно, красавчик. Это же, честно, был этим. Друзья, просто вы. Просто. Он сам себе там, походу, поставил, друзья, текст. Что тут у нас? Карта. Завод. Да, человек. Да, в принципе, нас больше, мы их, в принципе, думаю, растащим. Потому что большое количество, вы сами понимаете, это преимущество. Вот я первого предмета уже нашла. Лагает тут все. Это я, меня засчитали в кило. Ура. Так, да. Кто меня пригласил? Нормально вообще. Кто меня пригласил? Ты что, тут говнюк сидит? Где мое? Я еще стою здесь, спрайт. Так, не казалось там, кто-то прыгнул. Здесь какой-то предмет был. Там нашли, ё-моё, кто меня? А вот, говорю, что там кто-то был. В смысле? Меня не зачитали в киллах, друзья. Какие-то звуки были. Тут запоминаю. Что это было? Маленькая кружка там в какая-то. Сейчас ее поймаю.
Я сам этих предметов убиваю. Вроде никого нету. Не понял. Так. Я украл сам. А, я думала, она кого-то нашла. Так. Ну, вы не будете в мое место лезть, потому что оттуда можно... О. Откуда эти звуки? Да ничего. Гранату, друзья. Ну что это такое, друзья? Так, я хочу вот здесь. Гамбургер. Конечно. Да, нет, поймал. Так, я коробку дальше. Не понял. Ох, меня опять убили. Я выиграю. Мне повезло. До свидания. Я могу так лечь. Это моя внучка, чё? Это царян был. Я гамбургер, я чё думаю?
Здесь еще, знаете, тема спрайта может быть. Кто здесь спрайт? Необычный спрайт. Ты святой, блин. Пике какой-то читер. Ой, я хочу возродиться. О, малечка, ё-моё. Я не знаю, я сейчас с охотником, наверное, буду играть. Знаете, как они так играют такими предметами? Вот я не понимаю, как они играют предметами. Вот, маленькими предметами и тем более убегают. Это же не... О, у нас одни женщины здесь. Но я единственный пацан, наверное, который с ней не женщина. Представляю, друзья. Да, у меня что-то начало вот так нормально. Кстати, онлайн-игр, как эта игра, оказывается, не работает. Видите, вот здесь еще спрайтом могу спрятаться. Я эту мультику украл. Добил просто. Вот. Он же тюк. Так, а у него ускорялка? Попарится, друзья. Смотрите, у меня кто-то нычку. Вообще нормально. Так как? В смысле? Он делся. Типа потратил время и все. То он здесь может спрятаться. Да они так вечно. Да, теперь я играю за предмет, я знаю, как умничку. Thank you.
такой типа не понял. Хочу выйти, хочу попробовать. Вот контур. Создаем, дорогие друзья, как так. Первый идет у нас B2. Ученики. Да, полечка тыкс. Да, я вам расскажу про эту карту, много чего. Короче, вот здесь вы обычно попробуйте поиграть на компе, когда вы, прошу прощения, во второй части, когда выпадет вам эта карта, то вы можете сквозь эту штуку проходить. Знали? Такой глюк, там можно было даже прятаться.
И там только по звукам можно было услышать. Ну, там очень это трудная нычка была, друзья. Ну да, как видите, сейчас я играю за охотника почему-то. Почему нельзя поиграть за предмета? Обязательно за охотника, да. А, ну чтоб потом, когда кто-то зашел, поиграть потом предметом. Я знаю, я превращусь в гамбургера или в какой-нибудь коктейльчик. Зажал спрайта, нет. Был бы спрайт, я бы его взял. Не, ну самое то, по-моему, гамбургер забирается вот на эти штуки. Ого, я говорю. О, сколько вас тут заходит сразу. Ну, тыкс, оп, там прям тыкс. Гамбургер. Как это выиграли? Я опять... Да, друзья. Ух, сколько у вас там. Давай, давай, веселимся, сейчас потусуемся. Он пошел в туалет там ссать. Ой-ой-ой, там в смысле? Эй, в смысле? Что ты будешь делать? Охотники мои. Друзья, называется. Долго. Там и монета, что происходит? Это невозможно. Что ты будешь делать? Ёлка-маны. Я еще разродился. Фиг. Где? Что ты? Нет, нет, диванчик убегает, диван убегает. Встречает охотника. Умирает, ё-моё. Диванчик умер, в минус пошел просто. Да, самое самое веселуха, друзья. Да, да, их больше, друзья. Як, ММНЕ. Да, называется. Под последние секунды. Да, я играю. О, какой у тебя скин клевый. Я думаю, лучше иметь клевую эпоху, чем скин. Потому что... Лучше иметь второй скин, вот этот, и иметь другую пушку, чем иметь вот самый крутой скин, но не иметь этого. Но не иметь пушки. Потому что пушка, она как бы урон добавляет. Там дробовик, допустим, уже щупёт. Да, есть. Полюка не вылазит, прикинь.
это было, ё-моё. Делать-то будет хотя бы. Чего, бро? Халявый, бро. Сейчас он... Именно за ним, потому что он большой прилет, он мог... Еще один мог позвонить. Есть.